Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Crazy Money, посвященный заработку в интернете. В данном ролике я расскажу о приложении, на котором мы будем зарабатывать криптовалюту за просмотр видео из ТикТока. Что это за приложение, как заработать и где скачать, я расскажу чуть позже. А перед началом ставьте лайк авансом, подпишитесь на канал и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать важную информацию. Ну а я начинаю! Само приложение называется ZigTalk. Здесь мы будем смотреть видео TikTok, так еще и плюс зарабатывать монету Zig. Переходим в приложение, регистрируемся. Регистрация здесь довольно-таки проста. Логин, пароль, почта, подтверждение по почте. Вот так вот выглядит приложение. Здесь нам просто нужно свайпать раз в 5 секунд, чтобы заполнить, вот видите, в левом верхнем углу, вот эта вот шкала, где написано 0 из 10. За одну заполненную шкалу нам платит одну монету ZIG. А также здесь можно зарабатывать, загружая свои собственные видео. В середине экрана видим плюсик. Нажимаем на него и загружаем любые свои видео. Можно скачать с ТикТока и добавить сюда. Можно записывать какие-то свои. За ваше видео будут вам ставить лайки. И вы будете зарабатывать по курсу 1 лайк, 1 монета. Ссылка на приложение будет в описании под видео, а также я ставлю свой промокод. Введя этот промокод, вы получите 50 монет ZIG. Монетка сейчас просела, и по нынешнему курсу она сейчас составляет 11 копеек. Но еще совсем недавно, вот как мы видим, 8 апреля у меня это было вчера, монета стоила более 5 рублей, почти 6. И видно, что курс нестабилен, скачет то вверх, то вниз. Но перспектива у монеты есть. И в принципе от нас толком ничего не потребуется. Потому что я вам покажу, как при помощи автокликера автоматизировать процесс сбора монет. Просто запускаем автокликер. Оставляем телефон в покое минут на 10. Ну и на этом собственно все. И так раз в сутки. И это можно делать на нескольких аккаунтах, чтобы увеличивать свой заработок в несколько раз. И, кстати, настоятельно рекомендую, не ставьте лайки под видео. Ну, это, конечно, по желанию. Потому что за один лайк у вас списывают одну монету. Вот я уже насобирал 65 монет. Вот видим мои начисления. А также вот списание за лайки. Я просто изначально не знал. Думаю, попробую. Может, наоборот, будут начислять монеты. А оказывается, за лайки монеты списываются. Не смотрите на курс монеты, он неправильный, не знаю почему. А теперь, что касается заработка. За регистрацию нам платят 50 монет ZIG. И один раз в сутки за заполнение шкалы 10 раз получается по 10 монет. А если курс так и будет прыгать до 5-6 рублей, то за сутки получается минимум 50 рублей. В целом занимает 5 минут. Ну а теперь я покажу, как этот процесс автоматизировать с помощью автокликера. Переходим в Google Play. В поиске вводим автокликер и скачиваем его. После установки открываем его. Нажимаем включить настройки нескольких целей. Новый пресет. У меня уже есть сохраненный, но я вам покажу сейчас заново. Теперь возвращаемся в приложение. Теперь выбираем вот эту желтенькую дугообразную стрелочку. У нас появилось что-то типа отрезка. Нам нужно поменять их местами, чтобы кругляшок с цифрой 1 был внизу. Если прямо сейчас запустить, он будет моментально свайпать, и нам это не нужно. Нам нужно хотя бы, чтобы был какой-то интервал. Нажимаем на этот круг с цифрой 1. Видим, где 100 миллисекунд написано, нам нужно поменять на 5 секунд. Выбираем секунды и вводим цифру 5. Теперь нажимаем play и смотрим наш результат. Как видим, прошло 5 секунд и автокликер сам автоматически свайпнул вверх. Чтобы шкала заполнялась, нужно, чтобы видео прогружалось. Вот видим, как у меня, да, через одно видео, где-то через два
Видео грузится, видео не грузится. Но ничего страшного, автокликер сделает свою работу. Рано или поздно он найдет видео, где хорошо грузится, и нам засчитают монету. А вот прямо сейчас вот, еще секундочку. Пришлось заново перезайти в приложение, видимо, из-за того, что идет запись экрана, и приложение немножко тормозит. Сейчас прогрузится, и мы увидим, как мне начислят одну монету. Я еще раз повторяюсь, это на одном аккаунте выходит 10 монет за 10 минут, грубо говоря. Можно создать несколько таких аккаунтов, несколько десятков таких аккаунтов, использовать автокликер и зарабатывать намного больше. Вывод осуществляется от 300 монет, но я думаю, накопить их будет несложно. Видно, что шкала заполнилась, и плюс 1 зиг. Видим, что за сегодня мне прибавилось уже 3 монетки, за то, что заполнилось 3 шкалы. Если же хотите зарабатывать на своих видео, то просто нажимаем на плюсик, соглашаемся со всем, нажимаем ОК, разрешаем все. Выбираем свое любое видео и загружаем. И за один лайк будете получать по одной монете. Ну и здесь также есть партнерская программа. За приглашение одного человека мы будем получать 25 монет. В итоге здесь есть 3 вида заработка. Просмотр видео, приглашение партнеров и загрузка своих видео. Так, и я вас хочу предупредить, что монеты торгуются на 3 биржах. Robit Global, Hotbit и Lbank. Но на Lbank и Hotbit не выводите свои монеты. Потому что мои знакомые уже пытались туда вывести, и им монеты просто не пришли на кошельки. А вот Probit Global, стабильная биржа, туда все выводится и монеты приходят. На бирже вы уже можете их обменять на USDT, это эквивалент доллара, альткоин еще его по-другому называют. То есть криптовалюта, которой курс равен курсу фиатной валюты. Ну а те самые USDT уже можете через обменники вывести себе на карту, либо другие электронные кошельки. Можете воспользоваться любым обменником, ссылку на мониторинг обменников будет у меня в описании. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Рекомендую подписаться, чтобы не пропускать новые прибыльные проекты. А также ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. И не забываем, конечно же, подписаться на мой телеграм-канал и чат, где я публикую еще больше проектов по заработку в интернете. И не забываем про обратную связь. Можете задавать любые мне вопросы касательно проектов, если у вас что-то не получается. Всем до скорой встречи. Пока.